Доброе утро, дорогие друзья! С вами рубрика «Сниму же такое». Меня зовут Александр Марченко. Поехали! Вот терпеть не могу, когда попадет что-нибудь в нос, и потом начинаешь чихать через каждые 5 минут. А давайте-ка мы с вами ненадолго представим, если бы мы с вами чихали через каждую секунду, как бы это выглядело? Интересно, что такого ей попало в нос, что она так чихает? Может быть, все дело в том, что ей никто не говорит «будь здорова»? Давайте попробуем. «Будь здорова!» Ну вот видите, сработало. Ай, извините, ошибся. Второе видео называется «Смеющийся вагон». Вы только что посмотрели концовку видео. Давайте посмотрим, с чего же все начиналось. Как сказано в комментариях, этой особе приходили очень смешные смс. По всей видимости, женщина болеет редкой болезнью смеха и постепенно заражает ею одного за другим. И вот уже через 2 минуты смеется весь вагон. А возможно, все смеются над вот этим парнем с иракезом. Ну просто ему одному, по-моему, не весело. Тогда почему смеется вот эта бабуля? Будто у нее прическа лучше. Приятная погода, красивое небо, довольное выражение лица у парня. Ну, казалось бы, что может произойти в этом видео? Но мы-то с вами знаем, что в нем есть что-то не то, если оно попало в нашу рубрику. Ach, dann füll die einfach mit Wasser auf. Es ist kaum noch was da. Bist du verrückt? Okay, wir müssen Spaß haben. Ну вот видите, не все так идеально, как показалось на первый взгляд. А что, нормально? Машину затопило, а это значит, что самое время понаслаждаться окружающей природой. Тем более торопиться-то некуда, да и не на чем. Вы смотрели рубрику «Снимут же такое». Побольше улыбайтесь и почаще дарите близким подарки. Меня зовут Александр Марченко, «Апельсиновое утро». Пока-пока.